Приезжаем за грибами. Вот подъехали к знакомому месту. Все, проезд закрыт. Нас встречают таким знаком. Кто не знает белорусский, бережите лес, бережите будущее. Ну и камень красивый, разукрашенный вдоль дороги. Ну вот от леса прямо вдоль трассы на Гродно. Посмотрим сегодня, много ли здесь грибов. С этой стороны дороги такой же камень. Вот кто-то, лес сосновый, неплохой. Кто-то даже сделал скворечник, лес позаботился, молодцы. Ну и вперед, вот по этой дороге, на поиски грибов. Ну что, будем сейчас искать грибы, посмотрим, что нас порадует лес. Сломанное дерево. Ё-моё, люди, сколько раз говорю, берегите природу, не ломайте деревья. Ну вот, друзья, первая хорошая новость. Нашел масленка. Маленький, правда, но, как говорится, это начало. Значит, маслят в лесу полно. Это ромашки в лесу. Это прямо непроходимые джунгли. Я когда был в Бразилии, что-то похожее видал. Белорусский лес. Не зря тут было столько партизан. Немцы никого не могли найти. Вот интересный случай я узнал. В Кличевском районе всю войну действовал райком. Немцы прошли, после этого подняли флаг. Всю войну действовал советский райком. Висел флаг над райисполкомом. Вот такие у нас были героические предки. Ну это вот сыроежки. Ну сыроежки я не собираю. Много шишек в лесу. Территория Беларуси на 2/3, а раньше и больше, была покрыта лесами. Но это наложило своеобразный отпечаток на характер людей, которые формировались в такой среде. Белорусы достаточно такие себе на уме. Не зря здесь хорошо было развито партизанское движение в годы войны. Ну и в Первую мировую войну, и во время нашествия Наполеона всегда, собственно, тактика была одна и та же. Все убегали в лес и оттуда наносили врагу как бы большой ущерб. Ну, какое мощное дерево. Вот это белорусский лес типичный. Но это для любителей земляники. Ягод много, зрелые. И камень огромный лежит покрытым мхом. Можно здесь легко научиться определять, где север, где юг этого камня. Ну, это кто редко в лес ходит, я там часто не забираю. Ну, какие яркие краски, что за куст, не знаю. Может, кто из зрителей подскажет. Вот это и есть лес. Настоящий лес белорусский. Историческая родина партизан. А вот орешник, фундук растет. Вот лягушка. Смотрите, какая огромная. В городе таких не увидишь. Эй, попрыгай немного. Ну, вот такая лягушища. Интересно, сколько лет этому дереву? Не знаю, давно, наверное. Старше меня, так точно. Все кроной закрыто. Новое место с заросью земляники. Хорошая лесная земляника, очень полезная. А здесь интересно, прямо в лесу кто-то что-то привил. Аккуратно замотанной изолентой и к тонкому деревцу. Вот, что-то привили. Приживется, не знаю. Но вот такой вот эксперимент проводят в лесу. Ну вот, какая-то полянка. Сосны высокие, красивые. Ну как сосны шатает ветром.
дикая яблоня в лесу. Даже яблочки есть. Ну, достаточно крупные. Вот. На какую-то дорогу вышли. Ну что, узнаете? Ваш лимоночек на земляника затесался. Хорошо, сразу можно земляники собрать и грибов на зиму. Ну вот как выглядит его шляпка. Для тех, кто не собирал еще маслят. Вот еще грибочки. Это хорошо. Он еще затесались. И дальше там есть немножко. Еще один масленочек нашелся. Вот. Ну вот еще урожайное место. Смотрите, сколько здесь грибов. А вот еще сколько попряталось. Чувствую, покуда я снимаю, так многие порежут мою поляну. Кольцам на деревьях можно определить, сколько дереву было лет. Смотрите, какие огромные деревья спилены. Если кому-то интересно, можно прикинуть, сколько же этим деревьям лет было. А эти уже помоложе. Но тоже огромные. Ну что, на сегодня, наверное, все о моей поездке в лес, на досуге. Спасибо, что посмотрели видео. Оставайтесь на канале Школа охраны труда и будьте здоровы!